Четыре водителя на прошлой неделе сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них оказался 35-летний житель города. 2 апреля вечером его остановили напротив дома 4А по улице Дорожная. При разговоре с водителем сотрудники ПДД заметили признаки опьянения, почувствовали запах алкоголя изо рта, после чего данному гражданину было предложено пройти освидетельствование на установление опьянения. Водитель прошел свидетельствование, результатом которого было установлено состояние опьянения. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. По данному факту начато разбирательство. Всего же в период с 28 марта по 3 апреля было составлено 270 административных протоколов. На дорогах города произошло 18 ДТП, все без пострадавших. 4 автовладельца сели за руль без документов, 54 проигнорировали ремень безопасности. Стекла 41 автомобиля не соответствовали нормам ПДД, номера не читались у 31 транспортного средства. 6 водителей перевозили детей без специального кресла. Александра Котикова, Никита Веприков, «Время новостей».